В этом экспресс-обзоре поговорим об одном весьма полезном устройстве. Мониторе качества воздуха LaCrosse WS-272 с дополнительным датчиком температуры. Основные измерения – температура, влажность и, вот она, изюминка этого прибора – встроенный датчик содержания углекислого газа, CO2, в окружающем воздухе. Напомним, что содержание углекислого газа в воздухе ощутимо влияет на наше состояние. Одно из проявлений повышенной концентрации CO2 – общее снижение активности, появление сонливости и так далее. Данное устройство поможет вам понять и устранить одну из причин этих неприятных симптомов. Устройство оснащено специальным датчиком концентрации CO2. Результат измерения этого показателя в цифрах отображается в правом нижнем углу монохромного дисплея. Подсветка дисплея не предусмотрена. Ниже дисплея нанесена специальная цветовая шкала, которая визуализирует эти цифры. А над шкалой подсвечивается маркер, который показывает, насколько благоприятна или неблагоприятна концентрация. Кроме того, есть система оповещения в виде звукового сигнала, которая активируется при выходе этой концентрации за пределы комфортной. Также измеряется температура и влажность внутри помещения и вне помещения. Фиксируется их максимальное и минимальное значение. Удержание кнопки «минимум-максимум» в течение нескольких секунд приводит к их сбросу. Кроме того, есть встроенные часы, показывающие текущее время. Базовый блок питается от двух больших батареек типа размера С, а выносной датчик от двух батареек типа размера 2А. Очень рекомендуем обратить внимание на это устройство. Весьма полезно иметь его в офисе, где работает большое количество людей. Также оно будет полезно и дома. Сигнал о повышенной концентрации CO2 подскажет вам о необходимости принятия соответствующих мер по его нормализации. Да и цена этого устройства весьма демократична.